Всем привет! Это Василиса. Пока Альф на прогулке, она помогает мне с уборкой в его комнате. Ну, поздоровайся, давай. Улыбак. Это моя помощница хвостатая, главная в доме. Все. Все, что я делаю, она всегда рядом проверяет. Да? Ну и принесли мы крокодила для Альфа. Я ему зашила лапу, замотала... Повязка – это горький бинт. Посмотрим, как Альф к этому отнесется. Уруру! Привет, Уруру! Друзья, это лис Альф. Если Альф у нас лежит и скрипит, это не значит, что Альфик несчастный и грустный. Это значит, что Альфик играл всю ночь. Он у нас такой разбойник. Будет нас и будет Василису. Что ты скрипишь? Я не кормлю его каждый раз с рук. Он прекрасно ест сам. Но днем... Я специально это делаю, это такая маленькая месть. После еды лисичка обязательно начинает двигаться, играть, может быть, проситься на прогулку. Поэтому вы видите, как я кормлю Альфа, чтобы он проснулся. Проснулся он. Ну что, ты готов кушать? На. Печенку не хочешь? Как насчет тыквы? Ты что такой капризный сегодня? Давай, давай. Ну давай еще чуть-чуть. Ну, а что ты плюешься? Ешь давай. Возможно, именно поэтому он такой капризный, что он еще никуда не ходил. Альф. И не хочет есть. А если тебя потискать чуть-чуть? Чуть-чуть тебя потискать. Ну, что ты там спрятался? Давай еще кушать. А то будем пить витамины. Видите, как это работает? Ну что ты все побросал? Еще тыквы? Будешь тыкву? Да. Кстати, обратите внимание, что если с резцами, не клыками, к
клыками она лишь удерживает пищу, добычу. Очень хорошо что-то переносит, игрушки. Надо, Альф, тебя как-нибудь вынести на улицу и показать тебя, какой ты красавец на солнышке. Все, ты больше ничего не будешь. Ну, это был лис Альф. Мы как-нибудь расскажем с ним про особенности пищеварения лисы. Я думаю, что он хочет показать вам Гену. Вот наш Гена. Ну, с ним пока ничего не произошло. Он цельный. Все лапки на месте. Вот эту лапку мы ему полечили. Альфик, передай привет зрителям. Ну, вот был лис Альф. Возможно, он сейчас надумает пойти на улицу. Это вот все зависит от него. По-моему, он скрипит, хочет спать, да? Да? Спать? Угу. Лапка моя. Мам. Мой Боже. Чего он добрый и ласковый?